Доброго времени суток, дорогой мой зритель. Что? Давай продолжим. Что же у нас сегодня? Что нас ждет? Если ты смотрел предыдущую серию, то мы, значит, в классе А+. У нас ночь сейчас. И у нас четвертый уровень преследования. А значит, это немножечко печаль. Ого. Это интересно. Я вот прям вот сюда прокатился. 24К. А? 24К. И я прям... Да, я прям туда хочу. Единственный способ фармить бабло. You know if Jasmine has any tricks up her sleeve to beat us in the next qualifier? Maybe. Да, ничего не знаю. We need to know more about the crew she hangs with. This Alec guy especially. Oh, I'm gonna go all mystery machine out here. Mystery machine? Yeah, okay, Speedy. Let's pretend you don't know what I'm talking about. Peace! Короче, еду я тут, значит, где-то в лесу, чтобы не попадаться на глаза легавым. Прямой 500 метров. Вау. По факту просто 10 тысяч прыжков. Так, вот здесь вот аккуратненько, я помню, можно было так вот. Оп. Короче, а там что-то трёп был за то, что там, что там, Жасмин наша, Джаз, Яз, как она там, Язи. Будет ли она там какие-нибудь сюрпризы нам готовить? А, блин, конечно, 24 тысячи, но 8 тысяч за вход заплати. Ну и... Ладно, что, мы копим на Стингрей. И... Давайте мое предчувствие озвучу. Надеюсь, мне еще на третье место не... Кончено. Очень кончено. И, конечно же, пятый левел. И, конечно же, уходить от погони.
Так, что у нас тут за 10к? А плюс... О! Едем сюда. Вертолёптер? О май горабл! Догоняем. We lost that suspect in Jefferson Hills. Let's hunt and detain this lowlife. Ну вот сейчас гораздо реальнее бабла заработать, чем просто на гонках. Выехал, заработал, выехал, заработал. Escape artist. Rydell's rides. Need a lift? Hey, it's Harlow. I had a run-in with the Lakeshore's finest. Had to ditch my ride. Can you hurry? Just send me your deeds. Косяк в том, что я на пятом уровне. Мне просто не дадут до тебя добраться. Reward safe house. Блин, а safe house это тема? Опс. Зараза. Я же говорю, не дадут. Просто. Be advised, we have reports of the suspect at Jefferson Hills. This ransom keeps getting away from us, guys! Come on! This is dispatch. We lost that suspect in Jefferson Hills. Да, новый сейф-хаус мне нужен. Наверное. Я даже не знаю, где он. Пока вертолёптеры летают, я буду просто по 2.50 зарабатывать. Сложно будет. Я ж без копов должен к ней приехать еще. Там что-то моргнуло пару раз. Блин. А чё ты мне прям ехал, ехал, прям в меня? Сюда, сюда. All topped off with low-fat, high-protein choice cuts of llama. So book a table at the Llama Ramen. Выключить вот это дебилизм. I sure hope Rydell doesn't hear about that place. Dispatch, we're chasing down the suspect too. Undercover's taking a beat, dispatch. All of us are one of them. Come on. That suspect just lost us at University Central. Ну это все, это жопа. Как уйти, когда за мной не только лишь все. И как это?
more cops being busted. All in the day's work, Да нет, это без вариантов. И чё, она просто взяла и сама сломалась? Молодец. Сейчас меня еще и поймают. Короче, тема такая. Я валю нафиг назад. Вот сюда еду. Нереальная просто. Когда у тебя все за тобой, просто все. Вертолёптеры. Вообще, машина пробитая. Твою мать! Да что ты делаешь? Машина просто в хламину. Death Risk, ну конечно. Последний пружек был прям вот сильно необходим, да? Сейчас я выйду, и меня сразу чекнут, да? Пинганут. Да... Вот это вот сейчас было вообще не в тему. Пробуем еще раз. А, не пробуем. Че, бабла заработаем? Ну, давайте. Опку! Ну и че, куда ты едешь? Ха-ха, и друг друга там просто... Отпинали. Roadblock should take this for out of the game. Оп. Оп-оп. Boom. This is getting pretty wild. Очень дико, прям максимально. Shit, how we lose them? Эх, Харло, прости меня, Харло. Что, сюда приедешь? Да. Ты рано приехал, тебе надо было позже приехать. Ну иди, да, что происходит? This is dispatch. We lost that suspect in Jefferson Hills. Let's hunt this asshole down. Ты вообще без вариантов. Ого, какая
медленная коробка. Оп, оп, оп. Dispatch, undercover in pursuit of the suspect's vehicle. All units, that suspect vanished somewhere in Jefferson Hills. На пятом уровне ты только бабки зарабатывает, бедная Харлоу. Когда-нибудь я тебе помогу. Ну это просто жесть. Я не хотел фармить сейчас, я хотел нормально пока погонять. Но вот это. Что он там стоит? Стоит, еще пофармим. Да? Значит, фармим. This is dispatch. We just received reported sightings of the suspect at Jefferson Hills. Undercover's here, dispatch. We got this. Time for a piece of the action. Просто бабки сами зарабатываются. Я думаю, показалось, что меня нашли. Там вертушек летает, просто жесть. На всех дорогах, куда мне надо ехать. Денег все равно мало, блин. И 34 тысячи, ну ни о чем. А мне надо 140 только на тачку. А тюнинг... Надо сотку хотя бы заработать. Сотка, и здесь есть что делать. Здесь я тоже такого корвета. Да погонять. Харлоу, детка, прости. А не, и в следующий раз тоже меня не поймаешь. Потому что я еду тебя в морду. Ой, я не хотел. Ну пока тот не сломается, это вообще легкая фармилка, а потом можно все-таки гонку. Блин. Ну простите. Я паровозик, который не смог. Бывает. Вот, в связи с чем? А где этот? Сломался уже, что ли? Или он уехал? А он уехал, походу. Ладно, давай на митап заедем. Узнаем, что по чем там. Репс, что по ивентам? Дрифт. На А плюсе дрифт. Косячок. Нет подходящей машины. Гонка не удалась. Зато тачка починена. Так, вертолёптер. Смотри, что могу. Какие все злые. One driver, man!
Our units just lost that suspect in Jefferson Hills. I'm sweeping the district for this jerk. Так, давайте думать. Денег надо 141 тысячу на тачку. А вы кто? Так, то есть получается, когда 41 превратится где-то типа в 70, то надо будет валить домой, да? Ну, простите, а тюхнинг на что покупать-то, а? Где эти ваши вертолёптеры? А что за медведь какой-то? О, вертолёптер. О, медведь. Нет. Меня поймали. В смысле, увидели. Какой кошмар. Слышь, this is undercover. Под прикрытием. And you're literally letting me get away. И все. Здорово. Жалко, что он поломался. Можно было еще загреть. Че, есть? О, вертолёптер. Вертолёптер, я тут плохо себя веду. Если я прям в наглую вот прям вот здесь стану, типа совсем офигел. Вертолёптер, привет! Здорово! Ну сейчас я задолблю вертолёптер, и он улетит. А он уже не туда улетел. Вот дворында.
что этот значок означает? Style it out. А, Paint the City Black, блин, точно. Ну, на заднем приводе можно даже тормоз не держать. Она и сама крутится. Серия. Купил корвет. Да, наверное, так назовем. Купил корвет. Но только, блин, на корвет еще надо 20 тысяч. А это, блин, даже можно 25. А это 10. Куда поехал? Алло. Ой, что я наделал? Эй, вертолёптеры, хоть кто-нибудь, вернись! Лотус на оффроуде, а вообще поняли, что... Вообще вот сейчас вот. This is dispatch. We lost that suspect in Jefferson Hills. А, подождем. Ага, один вертолёптер уезжает. Уезжает, улетает. Надо заправку. Один. Чё-то там все ждет. Опа, как он это сделал? We got a perp driving a Lotus. Be advised, we have reports of the suspect at Jefferson Hills. Он меня поймал внутри тоннеля. All units, that suspect vanished somewhere at Jefferson Hills. Do what you gotta do to find this jackass! Странно. О, надо заправку, полетел. И я ушел. Если он по сигналу, он меня найдет. Я сигналю тебе. О. Ладно, в прошлый раз мне прям в трубе нашел. Здрасте, до свидания. Все вы видели, что он сделал? Это жесть. Ого, вот это сейчас было опасно. Вот это дважды опасно.
his ass whooping, dispatch. Spike strip up ahead should stop the suspect. Ну давай, давай. Останови меня. Heavy has joined in on the pursuit of suspects, dispatch. Это же сковастенько было. Ну, вроде не видел, да? И я между двух... О! Стоит. Красавец. Здрасте. Здрасте, а в Пушкинку сюда? И сюда. Suspect we're hunting is in a Lotus. Да, тачку надо чинить уже. Ну, пока они мне в принципе не дают до дома доехать. Ну это единственный фарм в игре, который вообще можно использовать. Так, у нас вон там стоит товарищ. Нет, ты поймал меня, какой кошмар, я убегаю, я бегу, я лечу, я скорость. Я как бы все понимаю. Чтоб за коп Taken Down давали бы бабки. Было бы круто. Do your job and get this punk. Get this punk. Punk. А если я вот так вот сделал, меня поймают? Ну, давай, давай. Найди меня. Зацепи меня, давай. Я дурак, давай, давай, давай. Ня. Вам может, если... подворачиваться поближе к нему, подлететь, увидеть меня. Не увидел. Хочу чинить машину. Эти вот пушки свисшие меня удручают. Здрасте. I want this creep off the streets right now. Our suspect is in a Lotus. Be advised, we have reports of the suspect at Jefferson Hill. Elliot's in the air and on the scene, Control. Undercover here. Can't see that target anymore. Undercover here to have fun. How does this punk keep shaking us? This is dispatch. We lost that suspect in Jefferson Hills. Зачем? Взял, сломался. Ну, блин. Ага, ага, есть там кто-то, да? Что-то ездит и уехал. Ну, что ж ты будешь делать, а? The next time we put him away for good, team. И в следующий раз у вас ничего не получится. И вот, допустим, я хочу поехать домой. Чё? Не, ну сейчас бы дала поехать домой. Значит, надо что сделать? Правильно, покрутить бублик, потому что денег все равно мало. Едет. Бублик не нужен, он так здесь.
Yes, you found me. Found me. Dangerous driver in a Lotus. Be advised, we have reports of the suspect at Jefferson Hill. Я настолько рад этому событию, что сделаю вот так. Our units just lost that suspect in Jefferson Hills. Да не надо так ругаться. Не, он сам в шоке. За вас только бабла дают. Единственный вариант фарма. Самое печальное будет такое, опа, тут 70, тут 70, ну типа 140, а там типа 141 или 144. И все. И ты понимаешь, что ты пролетаешь. Ну как так? Крутим бублик. Вау, это я так это обманул себя. Нефти ворота. Suspect vanished in Jefferson Hills. Ну да, наелся ваниш и убежал. Hold that sucker down. Машина куда-то движется постоянно. We're not cops, we're clowns. И так, что получается? Ну понятно, что 142 850, удобно считать. Но блин. Ну вот вы сами видите, я пытаюсь поехать домой. Все. This is dispatch. We've just received reported sightings of the suspect at Jefferson Hill. Вау! Это что там такое было? Я заглянул за пределы карты. Не, серьезно, все, да? Мой. Ну как бы так, хотелось бы еще баблишко наскердовать на тюнинг таджиджиги. Просто интересно, а что будет, если у меня денег не будет, а мне на гонке надо? Меня просто не пустят, да, скажут, иди зарабатывай. Снапшот. Ага, с разбитым. Ну, вертолет. Все. Надо еще чуть-чуть заработать. Is that the suspect? Looks like it.
Suspect is in a Lotus patrol. This is dispatch. Подозреваемый в Лотосе. Да ты чё? Helicopter is going to chase dispatch. Relax, y'all. Interceptor's here to help. We're not going anywhere, dispatch. Whoa! Heavy on the scene. We just let him slip right through our fingers. Это было очень эпично. Вот почему в Форзяте не придумали кнопочку для снапшота убрать повреждения, а здесь не додумались? А я скажу. Это же эксепшены надо прописывать. Чтоб, не дай бог, потом я не появился без повреждений. Чтоб не читерил таким образом. You're never gonna catch me. Hello. Ладно, я типа, если без преувеличения попробую домой доехать. Ну вы поняли, да? О, вот он уже, вот он, вот он. Не, ну кто-то, конечно, бы, если бы писал комментарий, сказал, да можно было бы ехать. Тоси-боси. Вау! Ничего не было, что я сделал. Но это было эпично. Не, так глядишь, еще и на лапте хватит. Там такой красненький корвет был красивый. Блин. Ням-ням-ням. Вот ему и желтый идет, и красный ему идет, и черный ему идет. Блин, у нас же белый. Ну такой серенький, симпатичный. Ну вот чё, спотил, не? Не дал мне проехать. А здесь можно вот так вот, да, сделать. Оп. Прям с другой стороны. Это сэкономило просто огромное количество денег. О, времени. Ребята, ребята. И вы знаете, что сейчас будет? Нет, мы идем в rides, buy and sell, buy rating. Yeah, I just wish it hadn't come to this. Our laundry out in the open. Ой, я еще тут пролистал, да? Так, окей, что у нас тут? Камара. М2 Competition. Блин, я вот все на спайдера смотрел. А, он заднеприводный. Вот это тоже симпатяшка. Я вот думал сначала вот эту взять. Но она кабриолет. Ну, типа. И тут я эту красную увидел. Я прям... Что, ребята? Берем. Ну просто начал. Ну как бы. 3, 6. 2,9. 2,9. Я ж правильно понял? А, да, 141 писал. Зачеркнуто, это не скидка, а то, что у тебя денег не хватает. Дуралей, иди зарабатывай. А это типа нельзя. Break all billboards. Ладно, я не буду туда дальше заходить, я вот... Доберем чё. Use new car. Давайте style, блин.
Body Kits. Ну вот это прям... Ух. Твою мать. А я прям не знаю, они все... Блин. Просто кайф. По идее, вот эти, да, за счет ширины будут более устойчивы. Блин, тачка космическая просто. Космос же. А так чем-то с закосом на Бугатти. Это просто космолет машина. Машина космос. Мечта вообще просто. Перформанте. Давайте чекнем по парцам. Что у нее есть? Так, ладно. Если воспользоваться какими-нибудь подсказками... Так, suspension нам нужен. Suspension, да? Давайте узнаем, сколько стоит a light. Ага. Косячок. Если я так сделаю, она уже будет... Эска. Надо, чтобы нам было 269. Короче, все равно бабла нету. Чё смотреть? Тормозюки. Ну, супер тормозюки ж надо будет поставить. Элитный сразу у нас. Блин. Даже на элитный дефирик денег нету. Ну просто смысл вот на этот тратить, если... Блин. Вообще жесть. Так, а чё бы ещё? Дрезина. Сколько стоит дорожная элита? И это уже S-класс. Я что-то не понимаю, как ее оставить в А-классе. Так, нет, подожди, хендлинг. Давай хендлинг. Ничего не меняется. А я вот так могу сделать. Unwanted drift. И что будет? Ну ладно. То есть, а downforce more effective cornering. А если я типа вот оставил ее 258, да? А потом такое. А что потом? Ну я чуть-чуть снизил, чтобы что? Чтобы что-то купить. А у Auxiliary у нас тоже денег нету ни на что. Getaway. Да ладно, у нас есть вот такая штука. И я не знал об этом, да?
Ладно, ладно. А, это если 2.50 превратить во что-то побольше, то получается денег можно тут фармить просто офигеть, да? Ну надо как бы 32 тысячи еще в это вкинуть. Ну отобьется, ну долго, да, 10 гонок точно, еще и неизвестно насколько. Equipped. А тут что не сделаешь, все, она, блин, улетает в космос сразу. Даже вон, просто какая-то слабенькая турбинка. Пум, пум, пум. Вот просто... О. Вот. Вообще ничего нельзя. Так, а что по резине? Ну, это такое, это для дрифта. Ага. Ага. А если... вылите, я остаюсь в... еще во плюсе. То есть вот это можно поставить. Но, ребятушки, это будет... Что? Правильно, вы поняли, это будет в следующей серии, потому что... уже и так нехило затянул вот эту на целую 51 минуту, зато купил новый корвет. И я красавчик. Все, всем пока-пока, до новых встреч.